А дальше начинается вот что. Нас нужно поддержать вот в этой песне и спеть с нами два слова. Да, два слова. Два простых слова. Готовить, кормить. Готовить, кормить. Готовить. Кормить, готовить, кормить, готовить, кормить, готовить, кормить, готовить, кормить, готовить, кормить. На протяжении всей песни, пожалуйста. Кормить, готовить, кормить, готовить, кормить. У меня есть дети, 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 дети. Еще один, как обычно, на примете. Дети, это все. Дети, это все, что останется после. Сердце моего готовить, кормить, готовить, кормить, готовить, кормить, готовить, кормить. Новый день наступил, не похожий на предыдущий. Мой ведущий не оставит меня скучающей, потому что у меня есть дети, а это мое счастье. Готовить, кормить, готовить, кормить, готовить, кормить, готовить, кормить. Моя музыка ждет, ждет меня, пождет. Моя музыка детей моих к себе возьмет. Нет ничего прекраснее на свете, чем музыка и, конечно, дети. Готовить, кормить, готовить, громче, готовить, кормить. Готовить, кормить, готовить, кормить, готовить, кормить бесконечно. Готовить, кормить, готовить, кормить, готовить, кормить. Но с большим удовольствием. Никогда не знаем, на какой, на каком слове заканчивать эту песню, на готовить или на кормить. Что первично, а что вторичнее?